День за днем корреспонденты новостной службы нашего телеканала следят за событиями в Якутии и за ее пределами. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Павел Танин. И сегодня вместе с нашими корреспондентами мы расскажем о главных событиях 2017 года. «2017 год для многих жителей региона запомнится новосельем. В этом году в субъектах страны завершился первый этап программы переселения. В некоторых срок ее завершить не удалось. Где-то по объективным причинам, а где-то нет. Якутия вошла в число первых. Климатические условия и особенности транспортной схемы не позволили закрыть программу 1 сентября. Но республика на протяжении всего времени показывала хорошие результаты реализации, поэтому регион получил отсрочку. Тем не менее, в этом году строители поставили очередной рекорд по вводу новых квадратных метров. Параллельно с этим правительство Якутии в этом году обратило особое внимание на проблемы долевого строительства. В частности, начали использовать абсолютно новый подход в помощи обманутым дольщикам. О том, как в 2017-м в республике возводили новые дома, подробнее расскажет Саргылана Захарова. Всего около 3% остается Якутии до полного завершения программы переселения из аварийного жилфонда. А это чуть больше 13,5 тысяч квадратных метров жилья. Однако, оглядываясь на 6 лет назад, можно оценить, какой пласт работы был проведен в регионе. К началу 2012 года аварийным были признаны почти 490 тысяч квадратных метров жилья. А это почти 11,5 тысяч аварийных помещений, в которых проживали больше 29 тысяч человек. Здравствуйте! Здравствуйте! Приветно вас поздравляю! Ой, спасибо большое, проходите! Надежда Фишер встречает гостей уже в новой квартире. Ключи от долгожданного жилья вручили ее семье совсем недавно, 7 декабря. Пока живут, как говорится, на чемоданах. Еще не успели распаковать все вещи, но елочка уже стоит и создает праздничное настроение. Впечатлений масса, очень. Потому что мы еще сами не понимаем, что происходит. Очень, как бы мы мало вещей казалось, а теперь их кажется много. Вот мы перевозим пока, ну, обустраиваемся потихонечку. По старому дому не скучаем, говорит Надежда. Совсем недавно возвращались за остатками вещей. Температура в аварийной деревяшке минус 12, а всего пару недель назад жильцам приходилось мириться с такими условиями. Ну вот, значит, у нас, посмотрите, пожалуйста, трещина вот в потолке отходит, потолок, стена отходит. Дом ведет, и образовалась вот такая вот трещина. Но долгожданное новоселье, которого ждали больше года, все же случилось. И теперь об аварийном жилье даже и вспоминать не хочется. В общей сложности по республике от первоначального плана переселения отстали 4 поселка. Серебряный Бор, Чульман, город Ленск и Нерюнгри. Все они находятся на особом контроле правительства республики. Реализацию программы в Нерюнгринском районе еще в прошлом году назвали провальной. Однако после мер, предпринятых совместными усилиями республиканских и муниципальных властей, ситуацию все же удалось стабилизировать. В центре района еще остаются строящиеся объекты. Их планируют завершить полностью до 1 февраля. У нас в настоящее время на подходе один пятиэтажный 60-квартирный дом, застройщиком которого является «Алькор-7». Еще у нас заканчивается строительство 2 9-этажных 54-квартирных домов. Отметим, что программу переселения в стране должны продолжить уже на постоянной основе в 2019 году, но в Якутии ликвидировать аварийку будут и в 2018. Учтут все нюансы, с которыми столкнулись в первой волне переселения, в том числе и негативный опыт. Такие требования, как техническому заказчику, это, во-первых, разработка, вернее, выделение земельного участка, оформление земельного участка, разработка, получение технических условий на подключение тех или иных ГЦ инфраструктуры, той или иной ГЦ инфраструктуры. Это наличие проектной документации, прохождение экспертизы и заключение муниципального контракта и осуществление строительного контроля уже в процессе строительства. У отставания от графиков существуют и свои объективные причины. Это и короткий строительный сезон, и климатические условия, и сложная транспортная логистика. В связи с этим программу для региона продлили до февраля будущего года. Некоторые двери были достаточно дорогие, и поэтому мы сами еще доздавали. Александра Опытова показывает результат кропотливой работы по обустройству многоквартирного дома на Каландарашвили. Обманутые дольщики своими силами достроили объект со 124 квартирами. На свое жилье денег не жалко, говорит бывшая дольщица Северной строительной компании. Печально известный застройщик больше 3 лет кормил обещаниями участников строительства, но прошлой зимой его признали банкротом. И тогда объект в свои руки взяли сами собственники квартир.
решили создать свой жилищно-строительный кооператив. Страх, конечно же, был, страх, что у нас не получится, но делать нам нечего, мы и так потеряли 1 000 000 рублей. Сегодня они с гордостью показывают входные двери, которые индивидуально заказывали для каждого собственника согласно его пожеланиям, плитку в подъезде, которую лично выбирал председатель ЖСК, и зеркало на всю стену у входа. Получилось не хуже, чем у элитного застройщика, шутят дольщики. Обсуждали через WhatsApp, группы у нас в WhatsApp есть, 124 дольщика. Они сами тоже выбирали, такой свет сделаем, ну вот так, дизайнерские все сами. Вот так всего за полгода жильцы своими руками сумели сделать то, что застройщику не удавалось сделать в течение 4 лет. Теперь остается только облагородить прилегающую территорию. Кстати, в этом, в следующем году обещали помочь городские власти. Республика дольщикам помогла в завершении строительства 25 миллионами рублей и поддержкой в техническом присоединении объекта. Однако неизвестной до сих пор остается судьба дольщиков второй очереди Северной строительной компании. Их дом заморозили еще на начальной стадии строительства, поэтому завершать объект пока не представляется возможным. Чтобы избежать в будущем таких ситуаций и обезопасить вложения граждан в стране, создали как один из механизмов защиты дольщиков компенсационный фонд. В него застройщики до заключения сделки должны внести 1,2% суммы договора долевого участия. В случае фиаско строительства дольщик сможет получить компенсацию материального ущерба из средств фонда. Также со следующего года вступят в силу новые требования к строительным компаниям, которые привлекают средства дольщиков, в том числе и к их уставному капиталу. Нововведения должны очистить рынок от недобросовестных и ненадежных застройщиков. 3, 2, 1, пуск! В части строительства социальных объектов уходящий год запомнился началом реализации масштабного проекта по линии государственно-частного партнерства. Речь идет о возведении 12 объектов столицы республики. По итогам конкурса, который прошел еще в конце 2015 года, обязательства по строительству взяла на себя группа компаний ВИС. Холдинг в этом проекте представляет «Газэнергомонтаж». До конца 2019 года они должны ввести в эксплуатацию 5 детских садов, 2 общеобразовательные школы, национальную школу АИК ГАТА, международную арктическую школу, центр детского творчества и библиотеку, а также многофункциональный развлекательный комплекс с киноконцертным залом на 500 мест. Кстати, именно последний является одним из самых перспективных объектов. Там будут применены технологии, которые позволят как трансформировать зал кинотеатра для других целей. С колоссальным комфортом можно проводить и мероприятия, и просматривать фильмы. Главная особенность всех объектов – энергоэффективность. В строительстве используют специальные утеплители стен и кровли, которые позволят при эксплуатации сэкономить порядка 25% расходов на энергетику. Кроме того, технологии, которые применяют в возведении зданий, дают возможность вести строительно-монтажные работы круглый год. Технологии с применением тепловых агрегатов на колесной базе, которые позволяют при заливке бетона достигать его температуры от 25 до 45 градусов. Вопросы завоза материалов тоже решены. Еще до закрытия переправы через реку Лену все грузы успели доставить до Якутска. В целом готовность 11 объектов из 12 оценивается в разной степени от 50 до 60%. На 2018 год перед строительным комплексом стоят задачи. Это в первую очередь это жилья в объеме 520 тысяч квадратных метров. Дальше будем продолжать работу по обустройству инженерной инфраструктуры участков индивидуальной жилой застройки, которые выделены для многодетных семей. 2017 год для строительного комплекса выдался довольно напряженным, но и в то же время насыщенным. Закрывают его с весьма положительными результатами. Это повторение рекордных 620 тысяч квадратных метров жилья, введенного в эксплуатацию в этом году. 54 социальных объекта по республике. Больше 1000 молодых семей, которых поддержали в приобретении уже собственного жилья. Серглана Захарова, Владимир Таюрский совместно с филиалом НВК Саха в Нерюнгринском районе для итогового выпуска новостей «Якутия день за днем».
Говоря про аварийное жилье, стоит отметить, что, как правило, в эту категорию подпадает деревянный жилой фонд. Но не весь деревянный жилфонд аварийный. И зачастую жители таких домов сталкивались с проблемами коммунального характера, в то время как некоторые управляющие компании и другие обслуживающие организации не берутся своевременно их решать. В течение года работала горячая линия нашего телеканала, куда с подобными проблемами обращались якутяне. И об итогах ее работы нам также расскажет Саргылана Захарова. Саргылана, здравствуй! Вопрос. Для начала расскажи, о каких проблемах чаще всего сообщали жители? Все ли они были связаны именно с коммунальными? Да, в основном обращаются жители это старых деревяшек, как мы их называем, из аварийного жилого фонда, который уже был признан, либо те, которые еще не были признаны, это и условия проживания, когда дом готов сложиться как карточный домик, это и прорывы труб, подтопление, ну и многое другое. А что-то не связанное с коммуналкой бывало вообще? Да, бывали и обращения не только из деревянного жилого фонда обращаются, но и бывают довольно такие неожиданные, скажем, сообщения. Ну, о них, я думаю, поговорим дальше, ты нам расскажешь. Главный вопрос, суть горячей линии, это вот помочь, ну, по мере возможности, естественно. Все ли проблемы удалось решить? И вот как раз расскажи о самых запомнившихся случаях. По мере поступления сообщений мы пытаемся разобраться в них. В первую очередь, конечно, это подтвердить наличие реальной проблемы. Ну, а потом дальше стараемся помочь. Какие-то проблемы мы решаем. Но, конечно, не все в наших руках, как говорится, но по мере наших возможностей. Если говорить из тех, которые наиболее запомнились в этом году, были такие неожиданные обращения. Например, буквально 2 месяца назад на наш мессенджер отправили видео, на котором рабочие спиливают во дворе новостройки, прямо в центре города, железные ограждения, решетки внутри дома и так далее. Жильцы дома рассказали, что это были сотрудники управляющей компании, от которой они пытались отказаться в пользу другой организации. Но после уже окончательного голосования, а история длилась еще с весны, хозяйственники решили, что не уйдут с пустыми руками. Как они потом нам сообщали, конструкции были установлены за их счет и по праву принадлежат компании. По материалам сюжета, Жилнадзор Республики провел документарную проверку, по которой ни подтвердить, ни опровергнуть эти доводы они не смогли. Здесь, если собственники не согласны с действиями управляющей компании, они вправе для защиты своих законных прав и интересов обратиться в судебные органы. Но во время съемок жители рассказали нам еще о нескольких претензиях к домоуправителям. В том числе нам показали бойлерную, которая находилась в плачевном состоянии. Помещение было залито водой, из труб брызгали горячие фонтаны. После смены управляющей компании вопрос тут же решился. Бойлерная пришла в порядок, вода в квартирах стала намного чище. Благодаря вот НВК «Саха», благодаря СМИ, то, что мы обращались, все стало улучшаться, преобразовываться. Значит, сейчас у нас уже набраны консьержки новые, уже более порядок стал в доме. Пишут нам не только из столицы, но и из других районов, в том числе и из северных. Этой осенью жители Уснеры оказались в плену фекальных вод. Станции напорной канализации, их в поселке 48, еще весной были отключены от отопления за задолженность. Несмотря на то, что в конце сентября долг был оплачен, разрешение на подключение всех септиков не было до самых холодов. Поэтому подключение станций к теплоснабжению шло крайне медленно. В поселке объявили режим ЧС. Наши корреспонденты все время следили за развитием событий. Ремонтные работы в районе идут до сих пор. Сложности связаны с низкими температурами. Ночью столбик термометра опускается ниже 50 градусов. Были выделены деньги с районной администрации, с резерва на закупку труб, изовера, другого утеплителя, вентилей, задвижек. В завершении осталось 4 септика, которые были полностью разморожены. Проблемы решают, но если бы чуть раньше, то, возможно, их масштабы не были бы настолько большими. Временами людям все еще приходится выходить через форточки, чтобы выдолбить лед у порога и выйти на улицу. Возвращаясь в столицу, совсем недавно в одном из выпусков мы рассказали историю семьи с ребенком-инвалидом, которым приходится замерзать в своей же квартире. Дом осенью и весной периодически подтапливает, из-за этого в квартире постоянная сырость. Мальчик с ДЦП, проблемами легких,
Ленинградских вынужден дышать запахом канализации. В последнее время он ни разу не проходил реабилитацию, ведь для этого нужно собрать деньги, документы, а возможности оставить беспомощного ребенка с кем-нибудь у женщины нет. После выхода сюжета в эфир к нам начали поступать обращения неравнодушных граждан. Все они просили опубликовать реквизиты счета, на который можно отправить средства для помощи семье. В свою очередь, управа Сайсарского округа, в котором находится дом наших героев, прямо во время сбора материалов обязала управляющую компанию немедленно решить вопросы с коммуналкой. И таких примеров немало. Отмечу, что все самые интересные новости, отправленные вами на номер горячей линии, выходят на нашем сайте nvkonline.ru в рубрике «Горячая линия». О наиболее актуальных мы расскажем вам в нашем эфире. Служба информационных программ продолжает следить за всеми событиями в республике. Ну а мы продолжаем. Главные показатели здравоохранения, рождаемости и продолжительности жизни в этом году заметно улучшились. Это результат многолетнего труда, особенно по внедрению высокотехнологичных операций и строительству значимых медицинских объектов. В этом году в республике построили 7 фельдшерско-акушерских пунктов. В Якутске идет реконструкция первой очереди онкологического центра. Не стоит забывать и про перинатальный центр, строительство которого обошлось в 3 миллиарда рублей. В начале 2018 года ожидается подписание соглашения по строительству кардиологического диспансера. Кроме того, в 2017 году якутские врачи вместе с ведущими медиками страны начали делать сложные операции, которые никогда в республике ранее не проводились. О главных достижениях якутской медицины в 2017 расскажет Марианна Кутукова. По словам врачей, на каждую 1000 новорожденных приходится один с тотальной глухотой, а первые 2-3 года жизни 3 малыша теряют слух. За этими сухими цифрами скрывается человеческая трагедия. Самый дорогой в мире человек никогда не услышит голос родных и окружающие звуки. Передать отчаяние родителей словами невозможно. Так было до недавнего времени. Сегодня существует кохлеарная имплантация, которую впервые в этом году начали проводить и в Якутии. Маленькой Сиане сделали операцию этим летом в числе первых 5 детей. У малышки с рождения была двусторонняя глухота. Сейчас она слышит правым ухом, где находится имплант. А теперь после 5 месяцев она вот уже, как обычный ребенок, на все реагирует. На имя откликается, уже потихоньку говорить начинает. Браво, говорит, да? Браво. Там, ну и животных озвучивать начала вот через 3 месяца. Несмотря на еще длительную реабилитацию, сегодняшний результат радует не только родителей, но и врачей. Все дети слышат и учатся говорить. Добавлю, что недавно операцию сделали еще 6 малышам. У нас в республике ежегодно рождается около 20 детей, рожденных тугоухостью. И эти дети проходят полное обследование. Если есть показания, эти дети готовятся на проведение этой высокотехнологичной операции. Эти операции будут делаться у нас, в нашей республике, на базе лор-отделения педиатрического центра Национального центра медицины. Ежегодно мы можем делать 20 операций. Внедрение и проведение высокотехнологичных операций в республике в приоритете. Так, в этом году была продолжена трубная трансплантация почек и печени. Такие операции уже поставлены на поток. Также 11 операций сделали по пересадке роговицы. Врачи уже готовятся приступить к бионической имплантации глаза абсолютно слепым людям. Все эти достижения, безусловно, положительно отражаются на основных показателях здравоохранения. В республике продолжительность жизни достигла 71 года. Заметно снизились показатели младенческой смертности. Младенческая смертность у нас была достаточно высокая по сравнению с другими регионами. В 2017 году этот показатель, пока по предварительным данным, составляет 4,9 промилле. В прошлом году этот показатель был 7,2 промилле. По России этот показатель составляет 5,6 промилле. Еще больше снизить младенческую смертность и предупреждать материнскую позволит открытие нового перинатального центра.
Полностью он заработает в феврале следующего года. К этому времени в центре планируют принять первые роды. Мы сегодня говорим не о физиологических родах, а мы говорим именно о той категории беременных женщин, которым нужна высокотехнологичная медицинская помощь. То есть или эти женщины нуждаются в вынашивании, да, или, допустим, состояние плода вызывает какую-то озабоченность, и мы понимаем, что мы в этих условиях должны ее родоразрешить, и ребенок должен получить соответствующие условия, да, то есть это или кювез, или это реанимация новорожденных, и при этом это высокий уровень диагностики. Вот центр, где на ранней стадии беременности будут выявляться пороки развития плода, в разы увеличит количество выживших детей, что положительно скажется на демографии республики. К 2022 году население Якутии должно возрасти до 1 миллиона человек. Марьяна Кутукова, Владимир Таюрский, Владимир Павлов, Якутия, день за днем. А для науки и образования уходящий год был непростым. Новый уровень, отвечающий реалиям современного развития, требует реорганизации системы и новых подходов. В 2017-м одновременно начался процесс объединения научных институтов в единый федеральный и продолжены комплексные исследования, направленные на развитие производственных сил и социальной сферы. Ведь именно наука создает возможности для прорыва и развития, обеспечивая опережающие темпы роста экономики региона. А в сфере образования проложен курс на улучшение материальной базы учреждений. Открыли 9 новых школ, отремонтировали 11. В будущем это позволит постепенно перейти на односменное обучение. Что касается содержания, то разработанная в этом году государственная программа до 2022 года должна вовлечь в ее реализацию другие министерства и ведомства, а значит, качественно изменить региональную систему образования. А создание сети образовательных организаций «Илдархан», начало которой положено в этом году, призвано поддержать одаренных детей. Наиболее яркие страницы уходящего года в области образования и науки перелистнула Сарглана Федорова. Останки детеныша пещерного льва обнаружили искатели мамонтовой фауны в Абыйском районе Якутии, на берегу реки Терехтях. В отличие от двух предыдущих найденных пещерных львят, сохранность последнего поражает. Уцелели все части тела, шерсть и внутренние органы. Уже после раскопок, проводив это, он в начале сентября после спада воды делал обход, уборку, ну, участка, осмотр и обнаружил, как он выразился, тушку, похожую на кошку. Ну, сообщил, сделали фотоматериал, отправили в Академию наук. Детальное изучение находки займет от 3 до 5 лет. Сначала ученые установят возраст и пол животного. Затем оценят, какова сохранность ДНК львенка. Если ДНК сохранилась хорошо, в перспективе ее можно будет использовать для клонирования пещерного льва. Что касается достижений прикладной науки, то в этом году ученые Северо-Восточного федерального университета получили патент на установку, увеличивающую всхожесть семян растений. Помимо этого, повышается и их морозостойкость. Еще один патент, в этот раз евразийский, получили также ученые СВФУ за способ получения рыбокосной муки. Изобретение уже доказало свою пользу. Получены положительные результаты по профилактике остеопороза. Это сам Бог подарил нам, северянам. Здесь соотношение и белков, и витаминов, и минеральных элементов, да, макро-микроэлементов. Такое, что оно именно подходит к организму человека. Плавучий университет на реке Лена. Еще один научный, образовательный и просветительский проект Якутского отделения регионального географического общества стартовал в Якутске 20 июля. Его цель – изучение бассейна Лены. Исследовательская работа студентов в полевых условиях под руководством ученых. В республике активно развивается и отечественная система среднего профессионального образования благодаря движению «Молодые профессионалы». В этом году полуфинал соревнований «Worlds Skills Russia» в Якутии стал самым масштабным по количеству и географии участников, также по заявленным специальностям. Молодой кондитер из Якутии Степан Кириллин представил страну на чемпионате мира «World Skills» по профессиональному мастерству в Абу-Даби. Он удостоился медальона в компетенции «Кондитерское дело». В Якутске этой осенью талантливый кондитер дал мастер-классы для студентов и представителей индустрии питания. Сейчас Степан учится в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. В этом
году WorldSkills-Russia и Международный комитет игр Дети Азии подписали соглашение. Комитет обязался применять стандарты WorldSkills в качестве основных для оценки обучения персонала. Союз будет оказывать новому партнеру информационную и методическую поддержку. С введением этих стандартов, получается, мы приводим те требования к обслуживанию наших гостей, участников, которые признаны, общепризнаны вообще в международном сообществе. Соответственно, здесь не нужно изобретать велосипед, а нужно принять то, что уже принято всем мировым сообществом. Вместе с тем в республике ежегодно растет и количество стабальников ЕГЭ. В этом году 48 выпускников сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. Три выпускника получили наивысшие баллы сразу по двум предметам. Мультимедийный исторический парк «Россия. Моя история» стал живым учебником для школьников. В музее при помощи современных технологий представлена вся история страны. Здесь школьники с учителями могут проводить уроки. В Якутии делается многое для развития талантливых и одаренных детей. Создана Малая академия наук, открыт Республиканский центр «Юные якутяне». Теперь появился и технопарк «Кванториум». Сегодня в детском технопарке обучаются свыше 600 школьников столицы. В «Кванториуме» работает 8 технологических направлений. Все занятия проводятся бесплатно. Развиваем технопарки с тем расчетом, чтобы дети развивали в себе софтовые компетенции. И по большому счету навыки управления проектами, навыки реализации проекта пригодятся в будущем, вне зависимости от того, останется ребенок дальше развиваться по тому технологическому направлению, в котором он развивался в технопарке или нет. Сейчас стоит задача об открытии собственной республиканской сети детских технопарков «Кванториум» в районных центрах. Также предстоит строительство отдельного здания детского технопарка. Помимо этого, проведение международных интеллектуальных игр, создание Всемирного центра «Мамонта». Но это уже будут яркие страницы 2018 года. Саргалана Федорова, Владимир Таюрский, Василий Тлепцов, Илья Жараев, Якутия. День за днем. Говоря о жизни республики в этом году, нельзя не говорить об экономике. И с главными цифрами и успехами в этой области нас ознакомит Юлия Михайлова. Юлия, здравствуй. Здравствуй, Павел. Сразу же главный вопрос. С каким экономическим климатом мы встречаем 2018? Несмотря на похолодание в наших краях, экономический климат на всем Дальнем Востоке складывается самый благоприятный. Да, потому что похолодание именно гидрометеорологическое понятие. Ну да, температурный режим. Но, несмотря на это, например, на программу развития Дальнего Востока и Байкальского региона в 2018 году из федерального бюджета будет направлено 20,5 миллиарда рублей. Насколько это больше? В 2017 году, в этом году, на развитие этой программы направлено 13,5 миллиарда рублей. То есть в 2018 году почти в два раза больше? Почти, да. Хорошо. Говоря вот про экономику и инвестиции, в том числе потому, что инвестиционный климат улучшается, мы говорим и о территориях опережающего развития. В Якутии их два. Это Южная Якутия и индустриальный парк Кангаласы. Что вот о них можешь рассказать нам? Ну, в ТАЦИР Кангаласы на сегодня уже заключены соглашения с 12 резидентами, которые привлекли на свои проекты порядка 2,5 миллиарда рублей более. Но если говорить о перспективах, то к 2025 году и в ТАЦИР Кангаласы, и в Южной Якутии будет создано порядка 3,5 тысяч новых рабочих мест. Ну, а инвестиции составят, вот вдумайся, только 56 миллиардов. То есть цифры суммы колоссальные. Думаю, подробнее об экономических показателях в 2017 году мы узнаем из твоего материала. Но я хочу добавить, что на территории Дальнего Востока создано 86 предприятий. И некоторые из них создаются у нас в Якутии. Но об этом в следующем моем материале. Совсем недавно, 15 декабря, в рамках Дней Дальнего Востока в Москве премьер-министром Дмитрием Медведевым был дан старт строительству нового объекта в Якутии – горно-обогатительной фабрики «Инаглинская-2» угледобывающей компании «Колмар». Планируемая мощность фабрики – 12 миллионов тонн в год. Хочу поблагодарить и российскую часть, и наших китайских партнеров за успешную работу по созданию горно-обогатительной фабрики. Это оборудование прибыло из Китая. Это одно из самых современных. Давайте похлопаем.
каждом деле должен быть символ определенный. Это символ тоже большой работы, которая еще предстоит. Спасибо большое. В Южной Якутии Колмар за 3 года построил 1 обогатительную фабрику на 2 миллиона тонн, шахту, 2 разреза. Совсем скоро компания запустит строящуюся обогатительную фабрику на 6 миллионов тонн. Открытие таких предприятий невозможно без транспортной составляющей. К таким объемам несколько лет готовились якутские железнодорожники. Локомотивный состав увеличили на 70%. С точки зрения кадрового потенциала, с точки зрения технических средств, мы готовы перевести вот на суда в центр города Якутску порядка 1,5-2 миллионов тонн груза. И по югу для Колмара это вот где-то около 8-12 миллионов тонн. Под этот объем и расчетно, и практически мы к этому объему готовы. Еще один объект, введенный в Якутии, тоже один из крупнейших на Дальнем Востоке, это Якутская ГРЭС-2. Своевременность ввода новой станции подтвердила технологическая авария, случившаяся на первой Якутской ГРЭС 1 октября. И не мудрено, ведь первая станция построена 47 лет назад. В свое время обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, и он дал поручение и профинансировал своим указом Росгидро, чтобы построить ГРЭС-2 в городе Якутске. И что было сделано. И, конечно, мы очень в этом плане активно участвовали в продвижении этого проекта. И, наконец-то, этот объект завершен. Мы все-таки решили самую главную проблему Центральной Якутии – это энергобезопасность. С 1 января 2017 года для промышленных предприятий снизились до среднероссийских энерготарифы. Поправки в закон об электроэнергетике уже дали экономию дальневосточным предприятиям в объеме до 40 миллиардов рублей в год. Действие закона продлится еще на 9 лет. Ранее оговаривался срок в 3 года. Для многих энергоемких предприятий Якутии уменьшение платежей за потребленную электроэнергию стало серьезным стимулом для роста. Очень хорошая тенденция идет по уменьшению тарифа электроэнергии. Да? Мы нынче это почувствовали, потому что у нас практически затраты на 2 раза уменьшили. Кстати, этот кооператив, как и еще 17 предприятий, вошли в проект «Сделано в Якутии». Местные производители предложили 1000 наименований. Проект направлен на расширение рынков сбыта продукции местных товаропроизводителей не только внутри региона. Первое – продвигать местную продукцию, экологически чистую продукцию, обеспечить гарантированный сбыт производимой местной продукции нашими товаропроизводителями, обеспечить эффективное взаимодействие между производителями и продавцами, как говорится, производство и прилавок. Вот такую цепочку мы должны эффективную создать. Ну и, конечно же, это удобство для покупателей. Большая поддержка оказывается в виде якутских гектаров жителям республики, которые намерены выращивать коров и разводить лошадей в рамках программы «Дальневосточный гектар». Этот проект призван помочь увеличить количество жителей Дальнего Востока, в том числе желающих развивать свое дело. Якутские гектары дополнительно – это первая цепочка товарного производства. Уже раздали 7500 гектаров. Все это вкупе дало результат. По итогам 2017 года объем волового регионального продукта республики оценивается в размере около 900 миллиардов рублей. В прошлом году объем составил 792 миллиарда. Якутия по-прежнему входит в первую десятку российских регионов с наибольшим уровнем ВРП на душу населения. Напомни, что мы ставили цель выйти на 1 триллион рублей ВРП к 2022 году. Эта цель уже совсем рядом. И я уверен, что она будет достигнута досрочно. Объем инвестиций в экономике по итогам текущего года превысит прошлогодние цифры не менее чем на 20%. На рост экономических показателей большей частью повлияли итоги деятельности добывающих предприятий. Но и местные промышленные, перерабатывающие, сельскохозяйственные предприятия также внесли свой весомый вклад в развитие экономики региона. Юлия Михайлова, Владимир Таюрский, Георгий Григорьев, Андрей Секритов, Григорий Охлопков, Марианна Кутукова, московский филиал НВК «Саха», Якутия, день за днем.
А вот для экстренных служб республики год выдался сложным. Однако завершают они его с достойными результатами. Речь идет о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. И о том, как в этом году работали спасатели, расскажет Виталий Абрамов. Уходящий год преподнес много серьезных испытаний для всех экстренных служб республики. За это время в Якутии произошло 4 чрезвычайных ситуации. Весной и летом паводок оказался как никогда сложным за последние годы. Если в центральной Якутии половодье на реке Лена и ее притоках прошло относительно спокойно, то на северо-востоке республики аномальные осадки прошлой зимы стали причиной повышения уровня воды. Так, от половодья пострадали 17 населенных пунктов в 11 районах Якутии. Было потоплено 172 дома и пострадало свыше 1500 человек. Общая сумма ущерба составила более 240 миллионов рублей. Паводок, как прогнозировалось, проходил очень сложно и долго. Практически все лето наши спасатели участвовали в оказании помощи, в ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем и минимизации последствий оказания помощи населению в Колыма-Индигирской группе районов. С задачей, которую поставило правительство Республики Саха-Якутия, я считаю, что справились. Не менее сложной оказалась обстановка и с природными пожарами. Так, было зарегистрировано 634 лесных пожара. Площадь, пройденная огнем, превысила 1,5 миллиона гектар. Режим ЧС действовал на территории республики более месяца. Особая трудная ситуация была на территориях Кобяйского, Намского и Вилюйского улусов. Но благодаря совместной работе 8500 человек, ни один населенный пункт от лесных пожаров не пострадал. Сухая, жаркая погода установилась летом. Более 600 пожаров, но благодаря тому, что смогли мобилизовать население, предприятия, муниципальные органы власти, отработала авиалесоохрана «Якутлесресурс», у нас не пострадал ни один населенный пункт, ни один объект экономики республики. В начале августа в столице Алмазного края из-за прорыва воды затопило рудник «Мир». Без вести пропало 8 человек. 19 отделений военизированных горноспасательных частей МЧС России круглосуточно вели поисково-спасательную операцию на месте ЧС. Направленные взрывы, которые непрерывно проводили в течение недели и должны были обеспечить безопасное устранение воды, также успеха не принесли. Поисково-спасательная операция продолжалась в общей сложности 3 недели. Большинство работ, которые в настоящее время выполняются в шахте, это вспомогательные работы по подготовке насосной группы. Это работы, которые связаны с проветриванием. Это работы, которые связаны с обеспечением резерва для спасателей. Это доставочные работы. И многие другие выполняются непосредственно работниками самого предприятия. Без них выполнение работ было бы невозможно. Одни спасатели справятся с той бедой, которая пришла на якутскую землю, в этот рудник не в состоянии. Работы велись круглосуточно, но 26 августа «Алроса» официально объявила о прекращении спасательных работ, заявив, что уже нет надежды обнаружить шахтеров живыми. Первого октября на Якутской ГРЭС прогремел взрыв в помещении с резервными турбинами. Один из сотрудников станции с ожогами был доставлен в больницу. В результате возгорания произошло срабатывание автоматики, что привело к прекращению работы Якутской ГРЭС и ТЭЦ. Прервано электроснабжение и водоснабжение города Якутска и близлежащих районов. Но в течение 9 часов после происшествия подача света, тепла и воды в здание была восстановлена. Персонал, который должен участвовать в устранении аварии, он прибыл немедленно на станцию. Действовал слаженно. Начальник смены станции действовал оперативно и профессионально, поэтому это и позволило в такие, на наш взгляд, короткие сроки устранить аварию. Потому что на самом деле последствия требуют дополнительных мероприятий, исследования оборудования, исследования внутренних сетей, значит, сигнальных, силовых, шин станции, на которые нужно время просто. Персонал это все сделал оперативно,
Поэтому первую машину мы включили достаточно быстро, от нее уже развернули полностью всю остальную систему и запитали всех потребителей. В 0 часов, я еще повторяю, режим был полностью восстановлен. И в конце года крупная авария на трассе Колыма с 9 жертвами. Пока точно неизвестно, из-за чего УАЗ с 10 пассажирами выехал на встречку и врезался с грузовиком, после чего загорелся. Но благодаря неравнодушным очевидцам и медикам удалось спасти жизни 3 людей. Было 2 выживших, которым мы незамедлительно начали оказывать первую помощь, меру наших возможностей. Слава Богу, то, что с нами был квалифицированный врач, который подсказал, что, как и как быстро надо все делать. Слава Богу, что вот 3 жизни нам удалось спасти. А те остальные, которые остались в машине у вас, салон автомашины был уже к нашему подъезду был полностью охвачен огнем, высотой в 3-4 метра. И с теми средствами, которые у нас были, бороться с этим огнем было бесполезно. 2017 год оказался непростым во всех смыслах этого слова. И для справки, с начала года потушено порядка 1000 пожаров в жилых домах, проведено более 250 поисково-спасательных работ, при которых спасено более 350 человеческих жизней. ...2017 был богат на события, и о не менее важных из них мы расскажем сейчас. 2017 год в России прошел под эгидой «Года экологии». Охрана окружающей среды оказалась в центре внимания общественности Якутии. За год провели более 20 экологических экспертиз. С крупными компаниями подписали соглашение по экологической безопасности на общую сумму 8 миллиардов рублей. Вклад внесли и обычные жители. В 2017 в республике провели больше 1000 субботников и посадили 43 тысячи деревьев. Внимание в Якутии было направлено и на молодежь. Именно ее годом ознаменовался 2017 уже в республике. Ярмарки вакансий и трудоустройство молодых специалистов стало одним из основных направлений работы. Провели первый слет ГТО, а в завершении 2017-го делегация республики приняла участие в первом всемирном фестивале молодежи. Лето запомнилось жителям Якутии 20-ми юбилейными играми «Манчары». 38 команд из 34 районов республики сошлись в схватках на стадионах Верхневилюйска. За награды боролись 1500 спортсменов. Всего разыграли 155 комплектов медалей по 11 видам спорта. Установили 9 новых рекордов республики. А уже осенью Якутия представила свои проекты на площадках 3-го Восточного экономического форума. Его программа для делегации региона была насыщенной. Итоги встречи с российскими и иностранными инвесторами и подписанные новые соглашения должны в будущем улучшить качество жизни якутян. 10 сентября в регионе прошли самые масштабные выборы. В 33 районах республики и Якутске суммарно выбирали более 3000 депутатов представительных органов местного самоуправления и более 200 глав муниципальных образований. В целом выборы в Якутии прошли спокойно и без нарушений, однако в 3 районах Якутии их пришлось проводить повторно. В Алекминске и Шеинском на слеге Сунтарского района большинство голосов избиратели отдали против всех кандидатов. А в селах Сасклах и Юрюнгхая Анабарского голосование признали несостоявшимся по причине отсутствия конкурентной среды. Лесничий из Хангаласского района в этом году получила звание Героя труда. Указом президента России медаль получила Варвара Устинова. Всего в этом году высокое звание присвоили 5 россиянам, включая руководителя Хангаласского лесничества. А в Якутии вручили первые почетные знаки «Мать-героиня». Наград удостоились 14 якутянок, родившие и воспитавшие 10 и более детей. Кроме наград, женщины получили единовременное денежное вознаграждение в сумме 1 миллион рублей. Добавлю, что знак республики «Мать-героиня» утвердил 21 апреля руководитель региона Егор Борисов в указе о мерах поддержки многодетных матерей региона. Более 2000 участников собрал слет студенческих отрядов России в Якутске. Впервые на слете организовали всероссийский конкурс красоты и талантов «Мисс РСО». Его победительницей стала девушка из московского регионального отделения Юлия Ким. Кроме того, на слете провели 4-ю всероссийскую спартакиаду студенческих отрядов России. Также в Якутске историю начали изучать при помощи новых технологий. В столице региона открыли мультимедийный исторический парк. На 8000 квадратных метров разместились 4 экспозиции, посвященные разным эпохам. Рюриковичи, Романовы и 2 выставки, посвященные истории 20 века и начала 21-го. Сама же столица республики отметила юбилей. Якутску в 2017-м исполнилось 385 лет. Для жителей и гостей города организовали грандиозную праздничную программу, это и концерты с фестивалями. Открыли в этот день и несколько общественных мест, а завершился праздничный день большим и красочным фейерверком у стелы Петра Бекетова.
Ну а в честь 385-летия вхождения Якутии в состав России в Москве и Санкт-Петербурге прошли Дни региона. В северной столице жителям и гостям города продемонстрировали многообразие культуры республики. Говорили и о дальнейшем взаимодействии двух регионов в области науки, экономики, культуры и не только. Главным гостем праздника стал медвежонок Харчана, которую торжественно передали Ленинградскому зоопарку. А во время Дней Якутии в столице страны также прошли выставки. Кроме того, делегация республики участвовала в заседаниях профильных комитетов Совета Федерации. С космодрома «Восточный» прошел второй в истории стартовой площадки запуск ракеты-носителя «Союз». Как и в 2016-м, отделяющиеся части ракеты падали в Вилюйском и Алданском районах Якутии. Заблаговременно туда приехали специалисты Роскосмоса и экологи. Первые после пуска занялись поисками частей и их транспортировкой, вторые — контролем состояния окружающей среды. Под конец уходящего года в Якутии официально заработало цифровое вещание. 10 каналов в высоком качестве теперь доступны почти всем жителям республики. А в Якутске, Нерюнгри и Мирном жителям доступны 20 федеральных каналов. За время создания сети вещания цифрового телевидения в регионе построили более 200 станций. Наступающий 2018 год по восточному календарю будет годом желтой земляной собаки. И символ наступающего года сегодня у нас в студии вместе со своей хозяйкой, моей коллегой Юлией Великодной. Юля, здравствуй. Здравствуй, Паша. Как зовут питомца твоего? Его зовут Ходор. Ходор. Привет, Ходор. Надо на удачу перед годом собаки погладить его. В этом году очень много событий произошло в мире животных. И к братьям нашим меньшим ты питаешь отнюдь немалую любовь. Опять же, это заметно по наличию собаки здесь сегодня в студии. Расскажи о главных событиях. А что тебе запомнилось больше всего? Мне больше всего запомнилась Харчана. Ну да, она запомнилась не только якутянам, но и жителям России, и даже за границей за ней следили в соцсетях, и подарки ей присылали. Но было и немало других животных, например, найденный медвежонок. В Среднеколымском районе. Да, были клонированные собаки, которых впервые показали в этом году, и они приняли участие в Днях Якутии. Был гусенок Пик, мальчик, которого подложил курице яйцо, и стал знаменитым. Да. Ну вот об этом и не только, мы посмотрим в моем материале. Это первые кадры всеобщей любимицы малышки Харчаны. Жители Якутии с нетерпением ждали появления малышки на свет. Участвовали в выборе имени, стояли в очереди в кассу зоопарка, чтобы посмотреть на маленькую медведицу, дитя Ломоносова и Колыманы. Что за чудо, чудо! Огоньки вокруг! Как только Харчане исполнился год, ее начали готовить к переезду. Это обычная практика зоопарка, вот, поэтому животные не приобретаются, да, они именно вот на такую долгосрочную передержку передаются. А молодые такие особи, как вот, скажем, харчана, они как маленькие дети, они любят все новое. Им хлебом не корми, подай что-нибудь новенькое. Отъезд малышки дался нелегко сотрудникам Арто Дайду и Колымани. Некоторые якутяне с грустью проводили медвежонка на новое место жительства. Харчана хорошо перенесла первый перелет и уже освоилась на новом месте. Там ее ждали и подготовились к приезду гостей. Спасибо зоопарку Арто Дайду, они все хорошо сделали. Там прекрасно прыгает на свой домик. Ночью спать ушла в берложку. Не знаю, по-моему, все хорошо пока. Мы очень переживали. Я вам скажу, я так и нервничала просто вообще. Ей игрушку сразу ей отдали. А скучает она или нет, этого не видно. Она не пищит, не мявкает, ничего такого не говорит. Но вес оказался у нее побулечный. Полагали, заявляли. Она 137 килограмм. Но с виду так не кажется. Сначала подумала, ну ничего себе, сейчас приедет тут такой шарик. Летом тысячи пользователей соцсетей покорил школьник Айсен Егоров и его гусенок Пик. Еще прошлым летом он купил утиные яйца и попробовал подложить под курицу несушку. Но, к сожалению, эксперимент не удался. Изучив свои ошибки, он написал доклад и занял первое место в научно-практической конференции. А в этом году Айсен подложил 3 гусиных яйца. И оказывается, я здесь первый. Кто? Ну, кто вылупил гусенка. Они еще, оказывается, умеют плавать. Однажды мы их отпустили в водичку, потом они плавали, а потом он нырнул, а мы испугались, а потом вынырнул, глазки торчком, и вот. И еще, я думаю,
я думаю над тем, чтобы вырастить диких птиц как-нибудь. В этом году появились на свет две собаки, клонированные из клеток якутской лайки. В начале июня ученые Южнокорейского института совместно с учеными из ВФУ представили миру двух клонированных лаек. Щенки растут здоровыми и активными. Одна из них даже приняла участие на выставке, посвященной Дням Якутии в Москве. Напомним, ровно год назад в лаборатории СВФУ провели отбор тканей у взрослых особей охотничьей лайки. Это генетическая копия, да, то есть они идентичны, и как донор, так и клон, они идентичны, но при этом они уже после рождения, да, они все равно накапливают свои собственные изменения, мутации, да, то есть они могут быть идентичны, но они, ну, все равно будут отличаться именно из тех условий, да, при которых они будут жить, то есть если бы, допустим, у них была душа, да, она была бы разная. Собака – это не только друг человека, но и отличный помощник по хозяйству, утверждает хозяин НОХО Прокопий Егоров. Свои 4 года четвероногий питомец с нетерпением ждет похода за дровами в лес. Прокопий запрягает НОХО в сани. Протяженность такой прогулки ежедневно составляет 3 километра. С самого детства собаку не только воспитывали, но и приучали к труду. Поэтому в родном селе НОХО так и прозвали – собака-трудяга. Наш НОХО – это смесь сенбернара и овчарки. У него теплая длинная шерсть. Будка есть, но он не заходит в нее. Так и зимует на улице. Он помогает во всем. И мусор на свалку увозит, и все, что нужно, перетащит. Знаменательно, что наступающий 2018 год по восточному гороскопу станет годом правления желтой земляной собаки. Собака – животное чести и долга, бесконечно преданное человеку. Собака никого не наградит просто так. Новый год обещает стать успешным для всех, кто заслужил эти почести. Юлия Великодная, Саргалана Захарова, Нергуяна Иванова, Георгий Григорьев, филиалы Верхневилюйского и Мегина Кангаласского Улусов, Москвы и Санкт-Петербурга. Якутия. День за днем. Таким мы запомним 2017 год. От имени информационной службы нашего телеканала я желаю вам в новом году счастья, здоровья, любви и успехов. Ну а чтобы быть в курсе всех событий 2018-го, оставайтесь с нами. Я, Павел Танин, на этом прощаюсь. Хорошего вам вечера, отличных новогодних праздников и до встречи на нашем канале.